Приветствую вас, дорогие друзья! На связи с вами снова Куликов Сергей и сайт «Фокусы от моряка». Ну, подошел к концу наш месяц, очередной октябрь, с небольшим запозданием, за что я очень дико извиняюсь перед всем экипажем. Заказал карты, но магазинчик немножко подкачал, поэтому карты пришли с запозданием. Ну, в общем, буду знать на будущее, что теперь надо заказывать пораньше. Итак, ладно, тем не менее, наш месяц октябрь подошел к концу. Это значит, что 4 счастливчика, 4 победителя этого месяца получат свои колоды. Итак, давайте перейдем, посмотрим, что это за счастливчики и что они получат. Ну что ж, друзья, не будем тянуть время и сразу перейдем к нашим победителям. Итак, место номер 3, комментарий, который мне очень понравился, скажу честно, это пользователь с ником ВВС Российской Федерации. Вот такой вот прикольный ник у пользователя. И его комментарий к Флоришу Павлин. Что ж, друзья, что получает у нас ВВС Российской Федерации? А ВВС получает вот такие вот классические карты Bicycle Standard. То есть вот такой вот подарочек нашим летчикам от моряков. Итак, место номер 2. И комментарий, который мне также очень сильно понравился, это матрос с ником Пол Металл. Вот такой вот прикольный ник у пользователя. Что же он получает? А, да, Пол Металл оставил комментарий к видео, к фокусу «Не будь я фокусник». И что же получает у нас Пол? А Пол из сундука моряка получает вот такую вот колоду Madison Dealers. Классная колода. Она, к тому же, является крапленой. В общем, мечта для шулера. Пол Металл получает у нас колоду Madison Dealers. Да, кстати, Пол, если вы не против, то я, конечно же, с удовольствием сниму обзор на эту колоду. Но, опять же, если вы не против. Итак, Пол у нас получает колоду Madison Dealers. Кто же занимает место номер 1? А место номер 1 занимает пользователь, который... Вот коммент прям вот самый крутой. Мне больше всего понравился в этом месяце. Это... Дедарма 8. Вот такой вот необычный слегка ник у нашего моряка. Дедарма 8. И его комментарий к фокусу «Дамы против королей». Что же получает пользователь Дедарма 8? А пользователь получает из сундука моряка вот такую вот колоду Fulton Sacktobe. Такая вот прикольная колода от Dan and Dave. Уважаемый Дедарма, если вы также не против, с удовольствием сниму обзор на эти карты, чтобы все ребята могли посмотреть, что это такое. Ну что же, теперь осталось определить нашего последнего счастливчика. Двойного счастливчика, кстати. Почему двойного? А потому что пользователь, который стал у нас самым активным, это Роман Акс. Снова Роман Акс стал у нас самым активным. Так, по крайней мере, мне сказал YouTube. Давайте посмотрим. Ну что ж, друзья, давайте посмотрим, кто у нас стал самым активным подписчиком в этом месяце. Напоминаю, месяц октябрь, сегодня у нас 31 число. Ну, я, как обычно, захожу в свой раздел «Поклонники» и выбираю «Упорядочить по активность пользователя». И на первом месте у нас пользователь Роман Акс. Насколько я помню, Роман Акс у нас уже становился победителем самым активным, да, но, как мы помним, у нас существует правило, то, что человек может два раза выигрывать, после чего больше не может. Соответственно, Роман Акс в этом месяце снова становится самым активным поклонником, но больше самым активным он не будет.
Если в следующем месяце он будет снова на первом месте, значит приз будет отдан второму человеку. Ну что ж, давайте теперь посмотрим, что же получает Роман. Окей, что же получает у нас Роман Акс? А Роман Акс из сундука моряка получает у нас вот такую вот колоду Bicycle Steampunk. Steampunk это, по-моему, бронзовый. Это не сильвер, а бронзовый. Вот такую вот колоду получает у нас Роман Акс. Итак, вот они наши победители. Это ВВС Российской Федерации Bicycle Standard, All Metal Medicine Dealers, Dedarmo 8, Fulton's October, Роман Акс, Bicycle Steampunk. Друзья, всех поздравляю. Пишите мне, ну я вам сам, скорее всего, уже напишу на этот момент. Вот, но вы также не тяните, пожалуйста, скорее давайте ответы, скорее присылайте свои адреса, и чем быстрее вы это сделаете, тем быстрее я все отправлю. Ну что ж, на этом все, конкурс наш продолжается, весь месяц ноябрь в вашем распоряжении, комментировать можно абсолютно любое видео, ну кроме там всяких небольших таких объявлений и так далее. Вот. Так что, пожалуйста, участвуйте, и я думаю, удача вам улыбнется в следующем месяце. Ну что ж, на связи с вами был Куликов Сергей, он же Моряк, и до встречи в следующих видео. Пока!